Добрий вечір, шановна громада. Добрий вечір, шановні гості, експерти, усі, хто присутні в нашій студії. Сьогодні, як завжди, по четвергах о 19:30 на телеканалі «Миколаїв» ми в програмі «Контраргумент» обговорюємо найважливіше питання нашого життя. Ті питання, які є важливими для кожного з нас, кожного з тих, хто живе в Миколаєві, кожного з тих, хто живе в Україні. І сьогодні тема нашої зустрічі, нашої, я впевнений, жвавої дискусії – дитячий алкоголізм та наркоманія. Отже, що це таке? Це недогляд батьків чи провина суспільства? Хто в чому в цьому винний, що з цим робити, що вже робиться, що ще може бути зроблено, але чомусь не робиться? Саме на ці питання ми спробуємо знайти відповідь. Саме цьому присвячена наша програма, і ми сподіваємося також і на вашу активну участь, адже наша програма транслюється як в прямому ефірі не тільки на телеканалі «Миколаїв», але і на сайті «Миколаїв.інфо». Інформація про нашу програму є на сторінці «Контраргумент» у Фейсбуці. Отже, будь ласка, беріть участь у нашій програмі, дивіться, задавайте питання. Все це має право на існування, все це для нас дуже важливо. Вітаю вас, шановні телеглядачі. Тож, гості, з якими ми будемо сьогодні говорити. Олександр Болтянський, депутат міської ради. Сергій Демідов, майор міліції, старший оперуповноважений сектору кримінальної міліції у справах дітей УМВС України Миколаївській області. Кирило Польовий, керівник Центру реабілітації для людей, залежних від алкоголю та наркотиків, представник Асоціації християнських центрів реабілітації, колишній наркозалежний. Вітаю вас. Олена Буланова, сімейний психолог, психотерапевт, керівник психологічного блоку Центру ресоціалізації наркозалежних «Джерело». А також Ганна Каськова, заступник директора Департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської обласної державної адміністрації. Вітаю вас в студії. Також присутні сьогодні з нами експерти та журналісти. З деякими ви вже знайомі, деякі нові. Тож, Олег Козуб, волонтер фонду «Нове сторіччя». Сергій Мельниченко, голова правління громадського формування «Кордон». Олександр Чхайло, голова правління громадської організації «Альянс демократичного правового руху». Олена Кабашна, правозахисниця. Також поруч зі мною знаходиться Олександр Ухмановський, політехнолог, та журналісти Ігор Пох, блогер та публіцист, Олександр Говоров, інтернет-видання 0512, та Надія Дремлюга, це ж інтернет-видання 0512. Я хочу вам нагадати, що ми працюємо в прямому ефірі, тож у нас є телефон гарячої лінії. Якщо у вас виникають запитання по ходу нашої програми чи до гостей, які присутні в студії, телефонуйте та ставте свої запитання. Ярославе. Отже, для того, щоб заглибитися у цю тему, спробуємо розібратися спочатку, яка у нас є статистика з цього приводу. І зараз ми хочемо навести просто певні цифри. Звичайно, статистика ніколи не є абсолютною, але вона все ж таки може дати певне уявлення про той стан справ, який ми маємо на сьогодні. Будь ласка, Яна. Я просто вважаю, що саме наші гості, тут представники офіційної міліції, освіта, фонди громадські, якщо є що сказати з цього приводу, то ж прошу вас. Будь ласка, Сергій Олександрович. Доброго дня усім присутнім, доброго дня, шановні телеглядачі. Хотів би дійсно розпочати нашу розмову саме із статистичних даних. Звісно, можливо, дехто може сказати, що статистика – це всього лише цифри, але за кожною цифрою стоїть життя людини. І тим паче ми саме сьогодні розмовляємо про наших дітей. Тобто за кожною цифрою стоїть дитина. Хотів би почати з того, що на сьогоднішній день ми спостерігаємо зростання дитячої злочинності взагалі. Тобто на сьогоднішній день у нас в порівнянні з минулим роком на 11 дітей більше вчинили злочинів, ніж в минулому році. Також на 38, саме на 38 злочинів більше було скоєно. Також хотів би зазначити, що зросла і кількість злочинів, які були вчинені дітьми у стані алкогольного сп'яніння. Тобто в минулому році таких злочинів було 13, на сьогоднішній день вже 25 злочинів було вчинено дітьми саме в стані алкогольного сп'яніння.
що є дуже негативною тенденцією. Так, звісно, і в минулому році ці 13 дітей – це дуже велика цифра. І в цьому році 25 чоловік, звісно, що більше, і також ці цифри повинні трішки вражати. Хотів би зазначити, що у цьому році ми не реєстрували кримінальні правопорушення відносно дітей, які вчинили в стані злочину, в стані наркотичного збудження, наркотичного сп'яніння. В минулому році таких два факти було зареєстровано, але, звісно, не потрібно говорити, що дітей, які є споживачами наркотичних засобів, їх взагалі немає, і тим паче в Миколаївській області чи в місті Миколаєві. Просто, скажімо так, ми говоримо про те, що лише не виявили такі факти. Але можливо говорити про те, що це є проблема, і тому я гадаю, що саме це питання явилося сьогоднішньою темою для нашої бесіди. Дякую. Я знаю, що у пані Олени вони проводили спеціальне дослідження, неофіційне. Да. Ми на протяжении где-то лет 10 проводим соцопрос, и для того, чтобы какие-то такие вот внятные результаты получить вообще по тенденциям и по тому, что вообще происходит на самом деле. Вот. И этот соцопрос, он дает такие цифры очень печальные, к сожалению. У меня нет сейчас целью там пугать кого-то или что. Я просто хочу обратить внимание, потому что я понимаю, что эту передачу будут смотреть родители в первую очередь. Родители – это те люди, которые могут, если они вовремя очнутся, то они могут многое изменить в судьбе своих детей. А если они будут жить иллюзиями, что авось само рассосется, то нет. Поэтому я эти цифры сейчас озвучу. А цифры такие. Мы проводили соцопросы в школах и среди групп риска, и среди наркоманов. Результаты такие. 60% сегодняшних школьников попробуют наркотики. 80% из этих ребят умрут от наркотиков. Это правда, к сожалению. Это очень печальная правда. Вот. Эту цифру можно изменить только в том случае, если вовремя обращаться за Можно помощью, больше ничего. Да. Вот вы говорите наркоманов. Да. Какой процент наркоманов и какой их возраст, который вы проводили этот социологический наслежение? Мы проводили среди опрос среди действующих наркоманов всех возрастных групп. То есть есть и наркоманы до 18 лет, то есть несовершеннолетие. Да. Вот вы представитель правоохранительных органов, сейчас сказали, что пока мест такого факта не зафиксировано. Что вы можете сказать по этому поводу, где есть социологический опрос, где есть факт того, что есть присутствие детей несовершеннолетних, которые действительно наркоманы, я тут подтверждаю специалист. Что вы на это можете сказать? Александр, я прошу вибачення, у нас є телеглядач на зв'язку. Ми зараз послухаємо його, а потім відповідь на ваше запитання. Так, будь ласка, ви в студії, задавайте своє питання. Доброго вечора, ви в студії, ставте своє запитання. Хто контролює в літній період реалізацію алкогольних, слабоалкогольних напитків дітям і несовершеннолетнім? Тому що во время відпочинку бачиш, як мальчик 15-14 років сидить і п'є пиво, і ніхто на це не реагує. От це я хотіла би сказати. Спасибо большое. Дякую за запитання. Хочу зазначити, що далі в нашій програмі ми плануємо розглянути і це питання. Також це питання. Адже у нас є спеціальний сюжет з цього приводу, ви це побачите. Зараз, будь ласка, давайте все ж таки продовжимо відповідати на запитання Олександра, тим більше, що я так розумію, що вже... Так, коротенько, будь ласка. Що ви можете сказати на те, що от ви тільки що сказали, що в вашій статистиці немає наркоманів несовершеннолетніх, а от спеціаліст, домосімейний психолог, говорит о том, что проводили социологические дослеживания, где действительно есть такой факт, и среди них проводился этот опрос. Почему милиция не зафиксирована, скажем так, эти факты таких вот детей? Я тоді ще трошки додам до цього запитання. Певний час тому у мене була розмова з директором однієї зі школ. То ось коли там зайшла розмова про наркоманів у школах взагалі і у її школі, зокрема,
Вона сказала, та ні, ну у нас ж там ніхто не колиться, а якщо там якісь пігулки хтось приймає, то зрештою, що це ну, на цьому такого? Я також інколи приймаю пігулки. Отже, я хочу сказати, що, по-перше, кого ви вважаєте наркоманами, і це, чи це тільки ін'єкційні наркомани, чи це більш широке, так би мовити, коло, ти кого ви зараховуєте до цієї категорії. І до вас, як до спеціалі, до фахівця, який працює з усіма, як я розумію, категоріями, у процентному, так би мовити, співвідношенні, хто що, і що насправді відбувається, адже, напевно, що і батьки, оскільки я розумію, навіть ця директорка школи не розуміла небезпеки цього. Що взагалі є у цій галузі? Будь ласка. Дякую за запитання. Я говорив про виявлені кримінальні правопорушення, де діти вчинили злочини у стані наркотичного збудження. Так, є статистика, яку веде Міністерство охорони здоров'я, і на сьогоднішній день є діти на обліку Міністерства охорони здоров'я, які являються схильними до вживання наркотичних засобів. На сьогоднішній день дітей, які є особами, яким установлено лікувальним закладом діагноз наркоман, токсикоман, алкоголік, таких наразі немає. Пані Олена, будь ласка. Олександр, спочатку, пані Олена, будь ласка. Ну, вообще, честно говоря, мне как-то не очень понятен такой агрессивный тон в отношении работника милиции. Потому что на самом деле на учет в милиции попадают те ребята, те дети, которые правда совершили правонарушение или преступление. А наркомания, она ведь правонарушение – это верхушка айсберга. Человек может годами употреблять, прежде чем он что-то нарушит и что-то такое совершит. То есть как-то семья покрывает, как-то удается там, ну, пропетлять, как говорят на улице, да? Вот. И поэтому это не к милиции совершенно претензии. Они делают свое дело, они ловят тех, кто совершает преступления. Они не должны выявлять... Вопрос не стоял, что к милиции, не к милиции. Сейчас конкретно представитель правоохранительного органа дает статистику. Нас интересует, какая их статистика молодежи до 18 лет, которая употребляет наркотики. Можете сказать это в процентном соотношении? В процентном соотношении я сейчас не готов вам сказать. Но, скажем так, по моим последним данным, на учете у врача-нарколога находится всего лишь 20 человек. 20 человек. Ну, Александр, я просто хочу пояснить нашим зрителям, что Александр, так же, как и целый ряд наших гостей, имеет непосредственное отношение, так сказать, к народной борьбе с притонами, с теми, кто подсаживает наших детей на иглу, на стакан и так далее. Поэтому, собственно говоря, агрессивность его тона, пожалуйста, не воспринимайте это лично, это реакция на ситуацию. Пані Ганно, будь ласка, напевно, у вас, як у представника департаменту освіти, є що сказати з цього приводу. Да, я тільки хотіла сказати не мовою статистичних даних, тому що ви розумієте, що якраз працівники лікувально-профілактичних закладів виявляють тим, кого ми називаємо наркоманами, і якраз загальноосвітні заклади не відповідають за обов'язковість проходження медичного огляду. Тобто ми дивимося, щоб там не було туберкульозно-інфекційних дітей, там певний перелік довідок медичних, коли дитина не може, скажімо, відвідувати колектив. Да. Але я хочу сказати, що враховуючи заклади освіти, є дві функції основні у нас – це освіта і виховання. Да? У нас впроваджена низка програм, якраз які спрямовані більше на профілактику. І при цьому ми відкриті для співпраці з громадськими організаціями, з лікарями. Я хочу сказати, що у нас нерідко у нас виступають лікарі обласного центру здоров'я, наркодиспансеру. І ви знаєте, якраз це розмова фахівця з дітьми. Вчитель не розкаже ті деталі, які є, коли там вже хвороба протикає, які можуть бути труднощі, які соціальні проблеми. А фахівець це краще розповість. Тому тут ми відкриті до цього, але ми бачимо самі, що цього недостатньо. І отут, я думаю, отут треба захищати. Знаєте, є такий термін «защитіть честь мундіра». Да? Я думаю, що якраз директор школи не стільки не усвідомлював про, скажімо, те, що відбувається, а більше,
мабуть, хотів сказати, що вони знають про це, але не все ж від нас залежить, розумієте? Да. Давайте у нас є питання від глядача, а потім ми продовжимо. Я бачу, Олександр хоче сказати що щось, напевно, Кирило є що сказати. Глядач, будь ласка, ви в ефірі. А, вже зірвався дзвінок. Отже, будь ласка, Олександр. Я думаю, что учитель в первую очередь видит, что происходит с ребенком в ситуации, когда ребенок становится зависим от наркотиков. И учитель проводит с ребенком большую часть дня. Если родители как-то это скрывают, то учителю скрывать нечего, и он должен не просто выявлять, а вести профилактическую работу. Если взять, например, те точки, которые периодически открываются в Николаеве по продаже дешевых наркотиков, там, курительные смеси, которые по всему городу были, сейчас их уменьшилось, но они как мыльные пузыри. Здесь он лопнул, его закрыли, на следующий день он появляется в другом месте. То, наверное, мы все знаем, что просто так они открываться не могут. И если подойти к этой точке, посмотреть, кто же покупает эти наркотики, то в основном стоят ребята 12-14 лет. Это все школьники. И я думаю, что все-таки наше образование должно контролировать со стороны учителей, в каком состоянии приходят дети в школу, в каком состоянии они находятся. И учитель – это тот человек, он проводник между обществом и детьми. И через этот проводник идет главная информация. И чем больше будет продолжаться это вовлечение молодежи, не вестись разъяснительная работа по поводу, к чему приводит наркомания. Ведь человек же не становится вот за один день, раз и стал наркоманом. Но постепенно общество, которое окружает его, среда, которая, в которой он вращается, она его подводит. Александр, вы смотрите, я прошу прощения, если я, возможно, перебиваю. Я с вами абсолютно согласен, как вы говорите, есть общество. Но сегодня наше общество молодежи конкретно, оно вот, и я думаю, вы это подтвердите как педагог, и как в целом в том, что наша молодежь разбилась на две категории. Одна категория – это мажоры, назовем их так, а другая категория – это более ребята, с которыми более, возможно, неуспешных семей или с малоимущих семей. И они смотрят за теми, которые так называемые мажоры. Не имеет значения, какой алкоголь употребляется. Те употребляют более алкоголь дороже и в последующем действии потом употребляют кокаин. Те, которые беднее, они употребляют алкоголь дешевле и садятся на ширку. Здесь не имеет значения. Здесь есть один единый элемент той деградации. Но для той, которая неуспешных семей, он смотрит на этих мажоров и думает, что, возможно, это круто. Может, к этому надо вот стремиться. И, может быть, наверное, педагогам вот в этом направлении надо вести профилактическую работу, начиная вот с категории этой молодежи, которая вот дает какой-то пример неправильный. Пані Гавно, я попрошу вас, будь ласка, буквально 2 хвилини відповісти, а потім я хотів би передати слово Кирилу, адже це людина, яка знає на собі, що це таке, і постійно має справу з тими, хто до цього, так би мовити, глибоко причетний, а що найбільш важливо, то знає, як від цього позбутися, принаймні, у окремих випадках. Будь ласка, пані Гавно, потім Кирилу. Я хочу сказати, що складніше за все відслідкувати результат профілактичної роботи. Розумієте? Не можна сказати, чого достатньо, чого недостатньо. Да? Це по-перше. Отут ми говоримо про профілактичну роботу. Я взяла сьогодні збірник, який от вже третій рух приваджена такий проєкт «Сімейна розмова», якраз який спрямована на протиалкогольну тематику. Тут проводяти тренінги, в тому числі з батьками. Розумієте? Тобто, щоб батьки вміли в першу чергу розпізнавати, діагностувати, коли ситуація є тривожна. Тобто, це саме практичні заняття. Так, да, да, дійсно, да. І по-друге, розумієте, те, що говорить зараз пан Олександра, да, це не функція вчителя діагностувати. Розумієте, дитина може бути після температури, після вона писала твір всю ніч і так далі. Повинен фахівець, лікар це виявляти. Потім, якщо є точка, яка це продає, знову ж таки, не школа відповідає за це. Інше, тому я говорю про взаємодію. Школа – один із суб'єктів. Шановні гості, шановні експерти, ми тут саме для того, щоб справді не просто поговорити про проблему, а можливо з'ясувати, що з цим робити, куди звертатися. Які є підходи? Так, будь ласка, пані Олена. Тому що я смотрю, що постепенно вообще вся дискусія увалюється в совершенно неконструктивне русло, в привычное русло поиска виноватых. То есть вопрос совершенно пустой, кто виноват. Вот кто виноват и почему, это два абсолютно пустых вопроса.
Потому что вопрос сейчас стоит, что делать? Потому что сейчас вымирает 40% молодого поколения. Это реальные факты. И кто в этом виноват? Мы будем разбираться потом, когда мы хотя бы 20% из этих ребят спасем. Какие у вас предложения? У меня есть предложения вполне конкретные. С этими предложениями мы выходим постоянно, потому что у нас есть опыт огромный, у нас есть опыт и личный, потому что все люди, которые у нас работают, имеют непосредственно какой-то личный опыт, либо зависимости, либо созависимости серьезной. То есть в семье это у всех было. У нас есть конкретные наработки, у нас есть конкретные проекты, и у нас есть конкретные предложения. И мы обращаемся в школы, и мы говорим, пожалуйста, приглашайте нас, не врачей в белых халатах, потому что это не медицинская проблема, не милицию, которая пугает, в общем-то, а приглашайте нас с нашими клиентами, у которых есть опыт, приглашайте вот, пожалуйста, тоже людей, которые с полевыми работниками. Нас дети слышат. А нам на это в школах отвечают, нам это не нужно, у нас наркоманов нет, вот. Это не наша проблема. Дуже а дальше, пані Ганно, тоді, будь ласка, ось... Вот секундочку, потому что все сводится к старой Савдеповской, вот этой вот, ну не знаю, какой-то работе, в кавычках, конечно же, есть которая сводится к тому, чтобы выявить, взять на карандаш и поставить на учет. Дальше что? Кроме клейма, страха и отвращения... і нежелання рішати цю проблему, нічого не міняється. Пані Олено, я хочу сказати, що дуже важливою, як на мене, особливостю цієї програми, якої, напевно, немає на, у подібних ток-шоу на центральних телеканалах, адже там обговорюються саме глобальні проблеми, це є те, що знаходячи певні шляхи вирішення тих чи інших проблем, ми інколи досягаємо певного результату саме тут, у цій студії. Адже тут збираються люди, які, можливо, існують десь якимись паралельними курсами рухаються, але ніколи не перетиналися. Тут є для них можливість. Пані Ганно, будь ласка. Репліка, да. Я хочу, знаєте, щоб ми не чекали зустрічі у студії. Якщо є такі ситуації, щоб ми втручалися. Я можу сьогодні назвати 6 громадських організацій, які постійно працюють у школах, навчальних закладах і професійно-технічних навчальних закладах. І певні програми є, розумієте? Тому якщо комусь із керівників шкіл не вистачило дальноглядності, будь ласка, для цього ми є. Тому давайте виходити на конструктивний. Пожалуйста, чого не хватає для от в сфері образування, щоб контролювати цей процес, можливо, знаходити якийсь підхід, якоїсь, можливо, робочої одиниці не хватає. Чого іменно не хватає? Я прошу, трудно контролювати взаємодію з громадськими організаціями. Ми можемо контролювати учебний план, ми можемо контролювати роботу кружків і так далі. Тобто це не повинні виконувати громадські організації? Ні. Це одне із направлінь взаємодії з громадськими організаціями. Понимаете? Да. Пані Ганно, саме для того у нас є представники дуже впливових і ефективних громадських організацій, і я впевнений, що цей діалог справді буде конструктивним. Кирило, я дуже хотів би вас почути. Перший питання, який сьогодні прозвучав в студії, це питання був статистики, яка на сьогоднішній день статистика. І ну, очевидним є тот факт, що у мене є статистика 2003 року, вона України касається, то на Україні офіційно зареєстрованих було наркоманов 560 или 586 тысяч, такая цифра примерно. Это 2003 год, это 11 лет назад. Причем официально люди, которые попали в эту статистику, это которые официально стоят на учете. Это всего лишь процентов 20, от, и то это скромно, от общего количества. Если сложить эти цифры, это в 2003 году около 2 уже миллионов просто людей, молодежи, они были наркоманами инъекционными, стоящими на учете. С населением Украины, если убрать людей пожилого возраста, те, которые ведут здоровый образ жизни, еще каких-то детей совсем маленьких, то это действительно ну, катастрофическая цифра для нашей страны. И вот та статистика, которую вы говорили с самого начала, которую вы проводили как соцопрос, она действительно имеет место. Проблема такая, что родители будут делать все, чтобы их дети не стали на учет, чтобы их дети нигде не афишировали свою проблему. И, да, то есть если... Говорить... Учет – это то самое, чего родители да. боятся. Больше всего учета. Если бы не угроза учета, очень многие обратились бы гораздо раньше обратились. За помощью. Вот и я просто, вы знаете, вот, пользуясь такой возможностью сегодня в студии, конечно, хочу сказать, что родителям ну, действительно это первые люди, которым нужно бить в колокола. Сегодня самой большой проблемой для категории этой людей –
которую я увидел в своей жизни на протяжении того, как мои обстоятельства складывались. Это вообще-то, мы это все, наверное, видим сегодня, отсутствие авторитетов вообще у этого слоя населения. Ни у родителей, ни в школах учителей, здоровых примеров отсутствие. Отсутствие целей каких-то нормальных, высших, хороших, правильных. Вместе это все, тут одну причину какую-то мы не найдем. Но бить, можно сказать, в колокола, вот слыша такие цифры, дерево познается по плоду. Вы знаете, с 2003 года по сегодняшний день, вот то, что я посмотрел, статистика выросла. О чем это говорит? О том, что мероприятия по профилактике и еще какие-то, какие бы ни проводились сегодня, они практически ничего не решают, может, мало помогают. Может, все-таки так? Сам, подождите, секундочку, вы очень много говорите, и вас вот еще будет возможность. Знаете, есть такое... мудрость такая, дерево познается по плоду. Нужно смотреть, где есть плод. Вот правильно тоже коллега сказала, где есть плод. Нужно этот плод применять. Нужно вкладываться, усилия прилагать в этом направлении. Поливать это самое дерево. Да, если есть то, что не приносит плод, работа, какая бы она ни была, сколько бы затрат на нее уже не было выкинуто государством, ну зачем? Это просто трата денег, это просто... Кирилл, я скажу, я вот искренне восхищаюсь на самом деле работой таких центров, как у вас, потому что я знаю людей, которые действительно, ну буквально в смысле слова, начали новую жизнь. Это действительно эффективно, и я поэтому вот понимаю так, что первый итог уже вот предварительной нашей встречи, да, это то, что вот вы уже как бы нашли какие-то точки соприкосновения с руководством департамента образования, и вы будете, я надеюсь, работать. Теперь, пожалуйста, вы говорите, что есть проблема, люди боятся регистрации, люди боятся постановки на учет. Конечно. Может быть, вы сообщите ваши контакты тем, конечно, кто понимает, что это проблема, но не хочет идти официальным путем, однако вы реально можете помочь этим смотрите, людям. Смотрите, я вам скажу больше. Мы предлагаем, вот конкретно управление образованием в тысячный раз изучит наше предложение. Пожалуйста, у нас есть группа выездная, которая может и творческую программу представить, то есть заинтересовать, и группа, которая может, волонтеров, которая может выезжать. Мы предлагаем, пожалуйста, на батькивские сборы. Батькивские сборы – это то место… Какому управлению образования вы предлагали? Возможно, прежнему руководству. Я не знаю. Ну, я прошу прощения. Руководство не поменялось. Давайте сейчас... Выезжать это как? Разовая акция получается? Это... Вы нет, выехали, мы... и нет, сидеть нет, и перестали употреблять нет, алкоголь. Нет, нет, вот... ну зачем не, так? Ну, зачем я... Саша, давайте не будем обострять в данном случае. Вы очень агрессивно все-таки воспринимаете наших гостей. А как неагрессивно воспринимать то, что молодежь употребляет? Давайте как-то я постепенно отвечу. Хорошо? Если вы не будете нападать, мне это будет сделать немножечко проще. Потому что... Я вам могу сказать, что после того, как я прихожу в школу на батькивские сборы, да, после этого всегда есть звонки от родителей. Это те звонки, после которых есть возможность общаться с детьми, есть возможность их, по крайней мере, им предоставить альтернативу какую-то, потому что что-то же их влечет туда, мы имеем что предложить с другой стороны. А бесплатно? Понимаете? Это бесплатно? Это бесплатно. Мы это предлагаем бесплатно. То есть консультации бесплатно? Консультации бесплатно для родителей, телефонное консультирование. Бюджет позволяет такие программы содержать? Бюджет наш. Бюджет, я не богатый человек, именно потому, что я многие вещи делаю за бесплатно. Понимаете? Бюджет может, вот бюджет, смотрите, если, например, бюджет на финансирование. Бюджет в телефонном, да, конечно, должен. Но мы сейчас говорим, что делать прямо сейчас. Правильно? Мы сейчас как бы не бюджет делим. Вот о чем я говорю, о других вещах, что когда родитель замечает первые признаки неблагополучия, да, у ребенка изменилось поведение, у него изменился режим дня, у него какая-то такая нездоровая лабильность в его поведении, в эмоциональных проявлениях, то есть поводы бить тревогу, да. Но родители не знают, куда идти, потому что обратиться куда? К врачам поставят на учет, пойти в милицию поставят на учет. Что от этого учета будет, кроме неприятностей? Аж ничего. Поняла, давайте, вот. Будь ласка, тут понимаете, в чем дело? Одну хвилиночку. Они просто не знают. Я бачу усі руки, усі отримують слово. Пані Олена, давайте, будь ласка, скажіть, як з вами можна зв'язатися тим батькам, які, для яких це є проблема. Мої телефони, добро пожаловать. 095-222-0471. 067-735-5447. Я думаю, що пожалуйста, завтра... звоніть, далі я посоветую колег. Я думаю, що вже завтра на нашому сайті ми зможемо розмістити ваші телефони. Это пожалуйста. Вот.
Да. Вот смотрите, как бы существует проблема наркомании и алкоголизма. Угу. Вы сейчас говорите о решении уже наступившей проблемы. Нет. То есть, вы понимаете, что существует вам противовес, это реализаторы и производители этих веществ и как бы алкоголя, и у вас как бы идет борьба. Да. То есть вы решаете проблему. А какое есть решение этой проблемы в плане пресечения или предупреждения? Это вот, то есть, нужно добавить. К вам из правоохранительных органов, это не ко мне, правда, потому что я не могу, секундочку. Дело, но как бы проблемы как мы говорим зовут? Здесь, Александр. Саш, я не могу отменить того факта, что мак растет на этой земле и конопля тоже. Я не могу отменить тот факт, что есть недобросовестные фармацевты, которые выпускают наркотики. Я не могу отменить тот факт, что... Я не могу это отменить. Это забота правоохранителей, понимаете, в чем дело? Моя задача — это сделать так, чтобы потому что, почему человек попадает в наркотики? Не потому, что у него что-то болит, а потому, что у него проблемы в педагогическом, в его воспитании и в его системе ценностей. Он попадает в наркотики. Вот с этим я могу работать. Уважаемые коллеги, этим я могу помогать. Я хочу, давайте все-таки вот... ловить барыки, закрывать точки... Господа, тема очень серьезная. Господа, давайте говорить по очереди. Тема очень серьезная, чтобы ее заболтать. Это действительно тема жизни для многих людей и на самом деле для наших будущих поколений. Поэтому давайте как максимально отходить от абстрактных вопросов. Великолепно было сказано, что не надо сейчас задавать вопросов, кто виноват. Давайте говорить, что делать. Потому что мы тратим время впустую, и мы не успеем сказать чего-то очень важного. Ярослав, разрешите, я вот делаю... Можно? Да. Такой вопрос. Почему у нас точки продажи спайсов, тех же легких наркотиков, закрывают общественники? Почему? Да. Они вызванивают правоохранителей, потом приходят... правоохранители вот узнают... Вот это вопрос, на который может ответить Сергей Александрович, я полагаю. Да, поэтому тут говорил психолог, что милиция ни при чем, потому что милиция уже работает с фактами, если уже по действиям наркотикам совершено правонарушение. Это не бюджет, наверное, для финансирования таких организаций. Это первое. Необходимо в школах дополнительное звено какого-то контроля. Это второе. И связь с общественными организациями, которые делают программы. Но и самое основное все-таки заключается в законодательной базе и в правоохранительной системе. Вот скажите, пожалуйста, вы в курсе о том, я не знаю, в курсе или нет, я вам задаю вопрос, о том, что когда с кордоном совместно наша организация проводится работа, закрытие таких точек, о выявлении таких точек, это самогонные точки, это ширка, я буду называть вещи своими именами, это спайсы, и которые потом впоследствии через некоторое время открываются. Как вы на это реагируете? Вот как вы, правоохранительная система, на это реагируете? Почему я так агрессивно настроен? Это не агрессия, это эмоции. У меня тоже все-таки есть внутри душа. Я переживаю по этому поводу, потому что мы искренне с этим боремся. Но вот сейчас все так спокойно сидят и нам рассказывают, вот все статистика, вот криминальные провадження. Вы конкретно скажите, когда это прекратится? Что вы для этого делаете? Дуже гарною ілюстрацією того, що тільки що ми казали, буде невеличкий, я би так сказала, не сюжет, а бліц-інтерв'ю. Я буквально вчора зустрічалася з хлопцем, йому 20 років, вживати алкоголь та курити, він почав 14 років. Його звати Михайло, це його не справжнє ім'я, але ми будемо називати його Михайло. Спочатку я хотіла зробити якийсь душевний сюжет, але потім... Я хочу, щоб ви подивилися і щоб у вас склалося своє власне враження. Тому що коли робиш сюжет, ти відповідно якесь відношення вже вкладаєш. Тому просто те, що казав хлопець. Будь ласка. Коли почав пити 14 років. А от курити десь років 15. З дому почав воровати, було одне час. Потім сам почав заробляти, як би намагатися заробляти гроші. Пацаны часто бухают, они как бы у них бы уже тоже, как и у меня, можно сказать, в некоторой степени зависимость, то, что каждое утро встаешь и типа похмелиться. Ну, как бы я начал замечать, что это к добру не приводит. Как бы раньше бегал быстро, как бы спортом занимался чуть-чуть, а сейчас уже чуть-чуть уже здоровье как бы кажется не то. Пацаны точно, как я. Я им много раз говорю, пацаны, надо прекращать этим заниматься. Они все равно все бухают, и я вместе с ними, они и я. То пацаны пошли, как всегда. Да ты что не пацан, ты же все свои. Давай 50, 100 и так.
потом вот страдания ужасные. Смотришь на себя утром в зеркало и думаешь, кошмар. И опять такой же самый день, и опять, и ничего толком не делается. Как вообще реакция просто людей на вот того, что дети пьют фактически? Как бы никакая. Вообще. Типа подошел, сказал, бутылку пива. Шел, дал деньги, дал, ушел. Все. Им как бы по барабану, им как бы кассу сделать, типа того. Товар продать. Все. А старики, когда вот тут на точке вот это пьешь водку, да, старики говорили, говорят, молодые люди, что вы делаете? Говорят, молодые пацаны, и губят себя. Скажи, а вот, вот, например, я решила напиться. Вот я подросток там, мне 14 лет, сколько мне нужно денег? Ну, не знаю, гривен 5-10 и все. И куда мне надо пойти? Ну, на точку, как бы нас говорят. Ну, там есть бабушки, которые продают водку, это домашний самого. Просто два постоя и все. А если я хочу там покурить, это сколько мне надо денег? 70 гривен, полкоробка. Тільки що ми подивилися відеоматеріали, ось Михайло озвучив, що достатньо лише 10-5 гривень для того, щоб випити чарочку у бабусі, яка займається виробленням алкоголю. Вони це називають точка, такий сленговий. Ось вони існують. Я вам скажу, більше достатньо 20 гривень, щоб в аптеці купити катерпін. К сожалению, большому. И это большая беда. Кстати сказать, я когда-то мне я искала какое-то учебное заведение. Я сама не из Николаева, вот, хотя работаю в Николаевской области. Я искала, и в какой-то момент я поняла, что я приближаюсь к вузу. Знаете, как я это поняла? По количеству аптек вокруг. Правда. Вот чем ближе к учебному заведению, какому-то крупному, тем больше, тем вот кучкуются туда вот аптеки. И это страшно на самом деле. И печально то, что на сегодняшний день как раз вот противодействием таким вещам занимаются, ну, впрочем, сейчас у нас все, всем занимаются волонтеры. Воюют волонтеры, там, останавливают продажу наркотиков волонтеры. Да, да, в общем, я думаю, что органы власти... Ну, я думаю, с другой стороны, это хорошо, потому что из этих волонтеров постепенно вырастут, скорее всего, какие-то новые структуры, которые и будут, в общем-то, уже как-то по-человечески это все делать. Правильно. Вот, но... ну, вот как-то у меня вот просто был как бы просьба к вам по плане того, что вы, когда вы говорите, что мы стучимся и нас не слышат, поднимайте, пожалуйста, СМИ, общественников и нет, как-то ну... стараться это, скажем так, интернет очень на часто... На самом деле это, в общем-то, не очень такая сейчас актуальная ситуация, потому что это было пару лет назад, это еще было при прежней администрации, и это ну, было думаю, всего лишь в двух школах. В большинстве мест нам, конечно, рады. Вот. Но хотя тоже какие-то вот такие вот пробуксовочки бывают. Александр Болтянский, пожалуйста, а потом сейчас продолжим это. Я все-таки хотел бы вернуться к образованию. 4 года назад мы с друзьями смонтировали фильм о том, что происходит с плодом, который растет у девушки, женщины, наркоман. Фильм такой, ну, серьезный фильм, тяжелый, потратили много времени. И в надежде, что этот фильм будет показывать девочкам, детям, для того, чтобы как-то ну, предсказать им, что с ними будет, в том случае, если они пойдут по этому пути. И раздали этот фильм практически во все школы. Вот. С просьбой, чтобы каждый год, в каждом классе показывали этот фильм. Были затрачены деньги определенные, было затрачено время, как бы желание было большое что-то сделать. Мы раздали, но потом по истечению года я поинтересовался. Ни в одной школе, ни в одном классе этот фильм не показывали. Только когда мы дарили, в том классе, в котором происходил этот подарок, один раз показывали. На этом все и закончилось. Поэтому я думаю, что образование в этом вопросе играет все-таки ведущую роль. А кому вы раздали конкретно?
раздали по школам, раздали директорам, раздали в класс. Это было 4 года назад. Сокрытый, я думаю, что это надо программу все-таки вбивать. Ну, все равно, это, я совершенно согласен с вами, это должна быть программа образования донести для детей. Ну, я думаю, также и для родителей надо. Ну, родители, они как бы... Они так же самое. Александр Михайлович, я думаю, что вот на самом деле, если вас все-таки рассматривают не как частного предпринимателя, то есть, ну, способ, которым вы зарабатываете на жизнь, а как депутата городского совета, то, наверное, есть возможность вот поговорить сейчас о том, насколько возможно, вот следующий только начинается, включить какие-то принципиальные моменты, о которых мы сейчас говорим, в городские программы. Потому что ведь городская программа – это не только раздел бюджета, о котором говорил Александр, это еще и целый ряд программ образовательных и так далее. Это показ этого фильма денег не требует. Но я, как тоже как депутат областного совета, как теперь уже чиновник, поскольку я, в общем-то, руковожу облтелерадиокомпанией, я понимаю, что до тех пор, пока нету бумаги, пока нету программы, пока это не утверждено и не контролируется, все вот эти вещи будут благими начинаниями. Однако, вот если мы сейчас услышим от вас, что вы на ближайшей сессии городского совета инициируете такую программу, я обещаю, что мы будем отслеживать, я уже как руководитель облтелерадиокомпании обещаю, что мы будем отслеживать каждый этот шаг. Пожалуйста. Еще две реплики. Вот смотрите, если говорить вот об этой программе, да, 35 человек за бюджетные деньги в Институте психологии были подготовлены тренерами по этой программе. Понимаете? Допустим, если мы отправляем этот фильм, он нуждается в комментариях. Не каждый учитель готов здраво, так что родители воспримут, прокомментировать его. И третий момент, Александр Михайлович, если вы депутат, вы имеете право социального контроля, в данном случае, да, вот, за управлением, городским управлением. Давайте объединим усилия в этом плане. То есть тут вот все будет конструктивно, если мы соблюдем три этапа. Первое, мы подготовим специалистов. Вот, второе, если у вас уже готовы, как я понимаю. Конечно. Мы должны все прийти. Конечно, мы можем объединить наши усилия. И центры, и образование, и правоохранительная система. Я все-таки хотел сказать, что мы не ищем виноватых. Я хотел сказать другое, что тяжело вылечить от наркомании. Гораздо легче сделать так, чтобы ребенок к этому не пришел. Для этого надо меньше затрат и в финансовом вопросе, и в вопросе... Ну, согласитесь, учитель информатики, трудов, математики не готов говорить на эти специфичные темы. Нет, поэтому мы в данном случае говорим о том, что уже есть специалисты, уже есть фильм, да. Есть возможность социального контроля. Есть возможность создания и принятия программы. Я хотел бы увидеть того депутата, который не проголосует за эту программу. А если общественники, допустим, каждому депутату сделают письмо, чтобы каждый депутат поддержал и публично, чтобы каждый посмотрел, кто поддержит, кто не поддержит. Мы это все увидим. Совершенно верно. Но тогда я очень хотел бы, чтобы это не осталось разговорами, и чтобы завтра же... Вот вы здесь можете, вы здесь можете договориться о встрече. Встреча у вас. Не знаю, там где, да? И вот, пожалуйста, давайте, чтобы это произошло. Александр Михайлович наверняка примет участие как депутат городского совета, как человек очень активный. Мы готовы тоже предложить, у нас есть небольшая программа для молодежи, которая бы их заинтересовала. Вот, но я очень хочу, чтобы мы этого не заболтали. Я хочу передать слово Кириллу для того, чтобы он тоже, в общем, сказал о контактах вашего центра и о том, что реально вы делаете. Сейчас ваши телефоны появятся на экране, чтобы люди, для которых действительно эта беда является их личной бедой, знали, что с этим делать. Ну, наш центр, наша работа проводится в Николаеве с 2003 года. И я сам бывший наркоман, и в моей жизни так сложилось. Вот я сейчас, может быть, освещая какие-то факты из своей жизни, вот коснусь тоже некоторых сторон от вопросов, которые сегодня обсуждались. Той же профилактики, тех же усилий, которые государство старается, прилагает, но, к сожалению, тщетно. Вы знаете, я начал употреблять наркотики в последнем классе школы, на выпуске буквально, тяжелые уже, инъекционные. Перед этим это были легкие, там, алкоголь, где-то сигареты, где-то трава. Но это было в то время, мне на сегодняшний день, мне 38 лет, это было в то время, когда об этом еще ничего не знали. Не знали второй стороны этой медали, не знали, к чему это приводит. Не было массы смертей, не было столько уже печальных фактов изможденных семей в Николаеве. И поэтому это все так легко было. Меня удивляет один факт, что сегодня все это на виду. Все знают, что наркоман – это плохо, все знают, что
наркоман это ужасно, это некрасиво, это не культурно, это полностью человек, ну, и деморализован, и полностью он вообще, ну, социально упавший. Но тем не менее мы видим, что статистика и среди молодежи всего растет. Удивительно. Скажите, пожалуйста, тогда насколько легко было купить наркотики и сейчас, вот для сравнения? Разница, да. Ну, совсем по-разному. Тогда, можно сказать, рынка не было. Тогда сами готовили, вот добывали. Готовое. Сейчас да, легче. Сейчас, наверное, легче, да, сейчас легче, сейчас очень распространено это, но я тут хочу сказать, знаете, я такой просто пример увидел, вы знаете, у нас юг, у нас не Карпаты, и у нас лыжных курортов нет, на лыжах никто не катается, я имею в виду, и, соответственно, чем-то подобным здесь не торгуют. Я к чему хочу сказать, что я думаю, что если работа профилактики и может быть успешной, и должна быть успешной, то вот работа, очень много к органам говорили, что они делают. Они, ну, на мой взгляд, они тоже много делают. Мы с ними очень много сотрудничаем, мы принимаем людей из мест лишения свободы, уже освободившихся, работаем с много, такой категорией людей. Да? А? Много, но недостаточно. Много, а чего все-таки недостаточно, по вашему мнению? Я объясню. Я для чего этот пример приводил. Вы знаете, если у нас общество, действительно, это проблема и общества, и в целом, на это как-то отреагирует в целом по-другому, не только милиция, то не надо будет продавать никому. Если не будут молчать. Я вот вы напомнили мне тот вопрос, который я хотел поднять, и вот который обсуждали тоже с коллегой. Я хочу сказать... Вот имея такую площадку, как сегодня, мне очень хочется добиться того, чтобы родители и ближайший круг этих людей сегодня, он просто, не стесняясь, кричал, бил в колокола. Почему? Это должно быть бабушка, соседи, все, чтобы, учителя, если кто-то видит, это должно быть звонить и не бояться, потому что общество идет просто в помойную яму. Да, а вот тот факт, что тогда не зная, к чему приведет, а сегодня зная, к чему это приводит, и это все людей это знают, не останавливает, это знают, и это да. Не останавливает их. Говорит о том, что, ну, действительно столкнулись с большим злом. Родители должны услышать и знать, что, это не, что ребенок не переболеет, не перехромает, не перерастет, не перевоспитается. А ему нужна конкретная помощь. На вот с родителями так же самое надо вести общение. Надо вести? Надо. Мы создаем, мы, у нас есть, я вам скажу честно, у нас есть, можно я скажу уже, то есть у нас есть группа людей, родителей тоже, которые, ну, объединились сегодня, не которые выживают, отторгнутые всеми, и они не нужны ни родственникам. Семья, у которой наркоман, я думаю, многие из вас слышали, это семья, которая живет вообще практически в изоляции. Их ни в гости не приглашают, почему? Их, они сами себе выживают с этим, с этой бедой, горе, ничего не могут сделать. Вот. И на сегодняшний день очень многие родители уже объединяются. У нас есть такая группа, где родители объединяются и, ну, борются за своих детей теми уже методами, которые мы им предлагаем, которые в нашей жизни сработали, они эффективны. Я думаю, что в интернете тоже надо искать, потому что, честно, я вот, ну, как бы не слышал, но как бы надо больше дать круг. Есть сайт Ассоциации центров реабилитации. Николаевна, полпередачи уже просит слово. Спасибо большое. Я, в общем, как практикующий общественник, хочу буквально минуту добавить ко всему и особенно обратиться к Александру Михайловичу. Я редко захожу в эту сферу детской наркомании и алкоголя, но вот когда захожу, в принципе, это было два захода в эту сферу. И первый в 2008 году, когда мы пролоббировали решение сессии о запрете продажи несовершеннолетним пива. Ну, кстати, когда мы готовили это предложение, то там была еще одна добавка. Это запрещение слабоалкоголки для продажи несовершеннолетним. И потому вот сейчас вы говорили о спайсах. Да, месяц назад или два месяца именно мы пролоббировали, и я в том числе, пролоббировали запрет спайсов для продаж. То есть, в принципе, это все открыто. Да. Ну, о спайсах. Одну минуточку. Я хочу только попросить вас, что подростки, идущие, не покупают спайс. Вот в защиту школ я хочу сказать, когда мы закрывали это все, когда я видела, когда я в реальности видела всю эту картину, то там не было 12-летних детей, потому что спайс – достаточно дорогое удовольствие. Это первое. Но вот то, что по советской идут и несут ред,
БУЛС, по-моему, да, все энергетики, и 12, и 9-летние дети. Это действительно большие проблемы. Откуда начинается и алкоголь, и все остальное. Александр Михайлович, давайте буквально одна минута комментария, а потом мы поговорим о том, как у нас это все продается и как работает этот самый запрет. Александр Михайлович, буквально минута. Я единственное хотел добавить. Давайте уже и у меня большая проблема такая. Если будем выдвигать еще предложение, то именно запретить к продаже и вообще поставку в Украину энергетиков, слабоалкоголки и так далее. Это самая, одна из самых больших проблем. Алкоголизма детского. Я единственное хотел добавить, что есть закон Украины, и, к сожалению, не все законы, которые есть, они работают, но этот закон Украины запрещает торговлю спайсами этими вообще. Не закон Украины, есть постановление кабинета министров, которое было принято 16 сентября. Нет, вот. Есть уголовное, вот есть правоохранительных органов, которые... Нет, просто купить. Пускай органы... речь идет о том, что это были как курительные смеси, поэтому они не несли уголовного характера, а речь шла о реализации либо как лицензионных, лицензионных товаров, то это тот товар, который он запретил кабинет министров. Да, он не подпадает под наркотическое средство каким-то хитрым образом. Давайте, уважаемые... Господа, давайте все-таки дадим слово все-таки правоохранителю, чтобы он сказал законодательство. Базе. Потом я очень хочу посмотреть сюжет о том, как работает вот тот запрет, о котором вы говорите, Елена Николаевна. Хотів би зазначити, що дійсно є закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обмеження споживання пива та слабоалкогольних напоїв. Він був прийнятий, підписаний президентом України в 2010 році. От відповідно до цього закону передбачено заборону продажу дітям пива, окрім безалкогольного, і слабоалкогольних напоїв. Що стосується, тобто у такому разі, коли виявляється такий факт, то відповідно складається адміністративний протокол за статтею, частина 2 статтею 156 КУАП. Тобто відповідальність несе продавець за продаж пива таку саму, як і за продаж, наприклад, алкоголю чи тютюну. Щодо питання... Штраф, яка відповідальність? Уже тащить, можете, більше, більше штраф? Ви так активно задаєте питання, що не даєте можливості дати вам відповідь. Вибачайте, я не відповів на запитання. Що стосується сумішей, то тут також є питання саме в законодавчому рівні, оскільки кожного разу ми спостерігаємо за тим, що появляються нові суміші різні. Тому, коли готуються пропозиції щодо заборони певної суміші, яка містить у собі якісь наркотичні речовини, то наступний день уже з'являється нова суміш і знову потрібно готувати документи для того, щоб заборонити і цю суміш. Ми заборонили всім місцем. Отже, шановні глядачі, шановна аудиторія, я хочу запропонувати вам фільм, тобто не фільм, я перепрошую, сюжет, про те, як наша знімальна група спільно з кордону. Слухайте, якщо ви хочете зараз позмагатися у тому, чий голос громше, то повірте, я виграю. То, будь ласка, давайте все ж таки говорити по черзі. Я хочу запропонувати подивитися сюжет про те, як наша знімальна група взяла участь у рейді з громадським угруповуванням «Кордон». Адже у нас дуже активно беруть участь у сьогоднішній нашій програмі люди, які брали власне участь у цьому рейді. І я хотів би, щоб ми усі подивилися саме на те, як виконуються усі ці закони, про які ми тільки що говорили. Будь ласка. Перша точка – кіоск на вулиці Велика Морська біля зупинки. Відправляємо туди нашого героя-школяра. Він спокійнісінько купує цигарки. Хоч паспорт у хлопця продавчиня потребувала, говорить, навіть прізвище записала. А скільки років юнаку, порахувати, мабуть, забула. Ви тільки що продали молодому чоловіку сигарети. Ви у нього спрашували документи? Звісно, він мені паспорт показав. А скільки в паспорті йому років? 90... Я не помню, якого року, але паспорт у нього є.
Продавчиня просить ще раз показати документ. Виправдовується. Мовляв, думала, що паспорт видають у 18. І всіх спрашую паспорт, головне, во всіх. І ще йому сказала, що такі крепкі куриш, разве можна курити такі крепкі? Йдемо далі. Неподалік на Радянській Іван просить пляшку пива. Продають, і знову ж таки, тільки після пред'явлення паспорту. Запитуємо у продавчині, невже на вказаний у документі рік народження не подивилась? Жінка нервує та вибачається. Без паспорта не продаю нікому. Ну от, неправильно просчитала дане паспорта. Продавець і не вміє рахувати. Через хвилину жінка оговтується і просить хлопця повернути пляшку. Та віддає гроші. Далі те ж саме і без зайвих проблем. Тут же і документа не питають, головне, щоб купували. Дівчина второпати не може, що від неї хочуть, адже всього-навсього пиво продала. Дюшка, ви тільки що молодий чоловік купив пиво? Так. А ви знаєте, скільки йому лет? Ні. А ви спрашували у нього возраст? Ні, я думала, що йому є 18. Він виглядить на 18? Я взагалі не розбираюсь в цьому. Іван замовляє, а продавці, нехтуючи законом, заробляють. Сигареты вот в этом ларьке, а пиво в следующем. Спросили паспорт, я им показал, но все равно продали. И снова відмовка. Мы никогда не продаем, мы всегда обращаем внимание на возраст. Это в обязательном порядке. Мы никогда не продаем детям пиво, потому что это для меня принципиально важно. Мабуть, не дуже принципово, але пиво молодого покупця жінка попросила повернути. Що це, недбалість чи байдужість дорослих? Чи, можливо, прагнення збагатитися будь-якою ціною? Такі люди мають бути покараними, вважають миколаївці. Треба дуже строго карати. Як? Продавців. Ну, лишати їх ліцензії на продажу цих сигарет або спиртного. І що які там, може бути, є цього пути, щоб наказувати їх, штрафувати. Треба либо сажати, либо большой штраф діють. У рамках експерименту ми обійшли 10 торгових точок. В 6 неповнолітньому Івану продали пиво та цигарки. В інших відповіді були категоричні – ні. Що ви не знаєте, що не можна, що ли? Ну, я знаю, але курити хочеться. Ну, а що я зроблю? Ну, пожалуйста. А хто за вас буде штраф платити? Хто посилався на закон, хто на великий штраф, дехто просто пожалів батьків хлопця. Та потому что куда ж, господи, я даже паспорт не могу, хочу его смотреть. Я просто, понимаете, я как мать и как все, я не могу. Мне это, я бы их вообще поубывала, и родители бы их тоже. Поэтому я очень сильно к этому отношусь и нервно. Обидно не это. А что? Родители, которые дома находятся, понимаете, я же не могу тут всех воспитать и перевоспитать. Перш ніж перейти до обговорення цього, я хочу буквально, так би мовити, встиг дати ще один сюжет. Адже ну, ми тут бачимо якихось безім'янних продавщиць, якихось людей, які там чи підтримують, чи не підтримують, чи роблять на цьому гроші, чи не роблять. Але знаєте, що для мене найстрашніше, це те, що люди, які мають стояти на сторожі цього закону, зокрема, скажімо, депутати міської ради, які приймають ось ті самі рішення, про яке казала Олена Миколаївна, насправді дуже вільно поводиться, так би мовити, у цій царині. Декілька років тому сталася історія з моїми колегами. Вони знімали сюжет про те, як продаються алкогольні напої неповнолітнім. Їх затримав господар цього закладу, побив оператора, забрав у нього камеру. Дуже довго намагалася міліція, ну, тобто не настільки міліція, скільки суд, так би мовити, похоронити цю справу. Виявилося, що, так би мовити, фігурант цієї історії є особистим приятелем прокурора. Після того, як ситуація набула розголосу, все ж таки він отримав строк, але його швиденько підвели під амністію. Що саме цікаве, що ця людина, маючи все ж таки судимість, хоча й ту, яку вона не відсиділа, стала депутатом міської ради. Потім стала директором комунального підприємства «Гуртожиток». Звати його Олег Солтіс. Будь ласка, давайте подивимось сюжет. Була стаття, що там, ну,
Кореспонденти першого національного каналу Сергій Осицький та Вікторія Лакизіна отримали редакційне завдання – висвітлити тему продажу алкогольних напоїв неповнолітнім у місті Миколаєві. Також до них звернувся ректор Києво-Могилянської академії, який повідомив, що біля гуртожитку навчального закладу студентам продають спиртні напої. Журналісти попросили неповнолітню дівчину спробувати придбати пиво та слабоалкогольну продукцію у магазинах міста. Жодних проблем із купуванням спиртного у добровільної помічниці не виникло. Дівчина спокійно і без перешкод купила все, що було потрібно. А от у журналістів із власником магазину виник конфлікт, який набув широкого резонансу у Миколаєві. Було навіть порушено кримінальну справу за фактами побиття оператора та незаконного вилучення знімальної апаратури. По нескольким статтям. Во-первых, препятствование законной журналистской деятельности. Во-вторых, ограбление, потому что Солтис в пылу борьбы выдрал у меня камеру и увез ее куда-то дел. Ее так и не нашли. Суд Центрального району міста Миколаєва вирішив, що за даною справою відсутній склад злочину. Лише після залучення громадськості, депутатів всіх рівнів, засобів масової інформації і навіть міжнародних журналістських організацій вдалося примусити підприємця купити Сергію Осецькому нову камеру. На цьому вирішено було поставити крапку у численних та довготривалих судових процесах. Відтоді минуло 7 років. Як стверджують учасники тих подій, за цей час ситуація із продажем спиртних напоїв неповнолітнім у місті тільки погіршилась. За минулі роки воно якби розширилось вглуб і вшир. Цих кіосків стало ще більше всяких, як їх тоді називав Володимир Дмитрович Чайка, покійний, генделики. Їх стало ще більше. Они стали в каждом дворе, на каждой улице, на каждом квартале. Я вот живу на улице Васляева, там прям уже рынок новый возникает. Уже эти киоски с сигаретами, с пивом прямо возле детского интерната номер 5. Не за 200 метров, а за 20 метров от него. Вот вино на разлив. Все это продается, все это, пожалуйста, подходи. И потом еще как бы оправдывают это тем, что мы же заботимся о создании рабочих мест. Никто из них не говорит, из этих депутатов, из этих наших городских чиновников, областных, что мы разрушили все заводы, мы потеряли десятки тысяч рабочих мест и создаем 1-2 рабочих места, чтобы продавать это пиво несовершеннолетним. Продолжим программу и запитание від нашего эксперта, журналиста Игоря Пло. Друзья мои, у меня небольшая короткая реплика и короткий вопрос. Реплика такая. Во всем, в принципе, существует причинно-следственная связь, как правило. Да? У явления, такого явления, как детская наркомания и детский алкоголизм, также существует причинно-следственная связь. Мы здесь уже несколько раз дискуссия крутилась вокруг того, что, мол, общество у нас деградирует, из-за этого у нас все больше и больше, с каждым годом становится вот такого, таких явлений все больше и больше. Вот. Но я хочу сказать, что по моим наблюдениям, и я так думаю, по наблюдениям людей, которые отслеживают там какие-то новости мировые, читают много, вообще крутятся в информационном поле, я не думаю, что они приходят к такому же выводу. Потому что можно взять благополучные страны, там огромный процент детских детей-наркоманов и детей-алкоголиков, и это не зависит от того, там, много они читают или много смотрят хорошего кино или слушают хорошую музыку. Поэтому, видимо, причина несколько в другом. Это реплика. Вопрос. Вопрос неоднозначный, может быть. Я не знаю, кто на него ответит. Может быть, уважаемые эксперты из общественных организаций. Вот меня интересует, как люди, общество, назовем это, должны относиться к детям-наркоманам и к детям-алкоголикам. Как они должны относиться? Они должны их жалеть, они должны их презирать. Они должны их ненавидеть. Я не говорю о родителях, я говорю об обществе. То есть в зависимости от отношения к этим детям, может быть, изменится и отношение детей к жизни. Так вот, нужно ли это внедрять в жизнь отношение людей к таким детям? То есть либо как к больным детям, либо как к выродкам. Спасибо. Пожалуйста. Я бы даже готова была ответить с удовольствием на этот вопрос. Пожалуйста, отвечайте. Потому что это ключевой вопрос вообще, чего делать на самом деле, если в семье появляется
употребляющий алкоголь или наркотики. И это на самом деле не зависит от возраста, ребенок это или взрослый, потому что употребление любого химически активного вещества, изменяющего состояние сознания, всегда чревато последствиями. И вот как раз относиться надо так, чтобы человек с этими последствиями встретился, независимо от своего возраста. То есть жалеть? Нет, не жалеть. Презирать, конечно же, нет. Но последствия должны быть. То есть мы рекомендуем позицию жесткой любви. Что такое жесткая любовь? Если ты это делаешь, это твой выбор. Окей. Ты это можешь делать. Но после того, как ты это сделаешь, мы тоже как бы оставляем за собой право на это реагировать. Так. И даже если это ребенок, проблема у него вполне взрослая. И он должен встретиться с тем, что если он пришел домой пьяный, то он получит от семьи. Там, ну, неприязненное к себе отношение, получит там строгость, в чем-то лишение, то поражение. Нет, 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 не презрение. Это не презрение. Почему? Почему? Как к нему отнестись? Почему? Почему только жалеть или только презирать? Вы меня сейчас загоняете. Вы меня сейчас загоняете в рамки, понимаете? Вы мне сейчас навязываете. Вы мне навязываете выбор из готовых ответов. Я вам говорю, что ответ другой. Не презирать, не наказывать, не уничтожать. Но человек должен встретиться с тем, что если он потратил деньги, данные родителями, карманные, на алкоголь или наркотики, то больше он этих денег, например, не получит. Это не презрение, это не наказание. Это просто ответственность. Украдет или ограбит. Если он пойдет, украдет или ограбит, одолжить. Он должен знать, что тогда он встретится вот с милицией. С милицией, например. Да, папа, мама заплатят, извините, кому-нибудь из милиции. Я об этом ничего не говорила. Это как раз она говорит, что не должен. Я говорю, что они не должны. Кирилл, расскажите, что об этом никто не говорит. Скажите, пожалуйста, вот. Говорить, вы меня перебиваете. Простите. Правда, вы задали вопрос, я пытаюсь на него ответить, но вы меня сейчас перебиваете, и вы, получается, ответ скомканный, в нем нету смысла. Так вот, я все-таки продолжу, если вы позволите. Позиция жесткой любви в том и заключается, что человек должен учиться. Это подросток. Ранний подросток, поздний подросток, это уже не важно. Человек должен учиться. Он совершает поступки. Некоторые из них ошибочны. Он должен встретиться лично с последствиями этих поступков. Нести ответственность. Он должен нести ответственность за эти поступки. Это не есть ни презрение, ни отвержение, ни наказание. Это жизнь реальная. Вот если родители достаточно мудры, чтобы позволить своему ребенку с этими последствиями встретиться, что если он украл, то дальше он общается с милицией, и он понимает, что за этим будет, что не мама с папой будут его выкупать, не торбы ему не будут в тюрьму потом таскать, а ему придется отвечать, это его остановит, поверьте. И если он встретится с тем, что он... Если сегодня еще его пытались уже видеть как взрослого и дали ему денег, то завтра ему говорят, нет, ты не взрослый, ты не умеешь распоряжаться, ты тратишь на нелепое удовольствие, то тоже это его наверняка остановит, если семья цельная, если семья действует последовательно. А не отвергать, не наказывать, не уничтожать, конечно же, нельзя. Я хочу предоставить слово педагогу, а потом все-таки попросить Кирилла, который знает на самом деле, как работают эти методы, ну хотя бы просто из области собственного опыта уже и личного, и общения с такими людьми. Говоря, я, простите, еще скажу, что я тоже сейчас говорю из опыта нашей работы, из работы нашего центра. Потому что те родители, которые применяют вот эти вот рекомендованные нами методы жесткой любви, они, в общем-то, приходят к желаемому результату. Их дети прекращают употреблять наркотики. С нашей помощью, да, с помощью наших центров. Ну вот не случайно ваш телефон на экране. Я думаю, что вы получите не один десяток, а то и не одну сотню звонков. Ну хотелось бы, правда, пожалуйста. Потому что я бы хотела, понимаете, вот в эту шкалу внести еще одну краску. Да, жесткая любовь или разумная любовь, ведь есть понятие осуждения поступка, но принятие ребенка с его проблемой, да? Вот в данном случае не осуждение личности ребенка, не унижение, потому что я, например, сталкиваюсь с тем, что иногда родители говорят, ну пусть, простите меня за такое слово, вот ты напился, да, есть такой сигнал, тебя поставили на трехшкольный учет, ты конченый, там и так далее, плохие слова. Я им объясняю, что вы в данном случае унижаете самого ребенка. И вот как раз за личность, за самого человека, вот тут нужно бороться. Вот эта жесткая любовь или разумная любовь предполагает, да, непринятие поступка, хотите осуждение, крайнее осуждение этого поступка, но, так сказать, не расторжение отношений разумных, вера в ребенка, не расторжение с ним отношений. Кирилл, пожалуйста, не разрушайте личность. Да, совершенно верно. Кирилл, пожалуйста, давайте все-таки... Да, не разрушать личность ни в коем случае, да. Вот бороться за нее настолько это возможно. Кирилл, пожалуйста. Ну, я насколько понимаю, то речь идет не о жестокости, а о жесткости. Это разные вещи. И действительно, у меня в собственной жизни был такой ряд переломных моментов,
когда один из знакомых врачей в семье тоже его пригласили для того, чтобы как-то на меня повлиять, помочь мне, как-то физически мне облегчить участь, то он, надо отдать ему должное, очень честно сказал моим родителям, что мужайтесь. Вы, может, потратите массу средств, массу денег, но вы столкнулись с серьезной проблемой, и вам нужно сделать все, чтобы я ощутил на себе груз ответственности за то, что я делаю. То есть не родители были костылем и поддержкой в моей жизни, таким опорой, но мне тогда легко, удобно. Я знаю, что за что, как вы говорите, в милицию сходят, на лекарства дадут, там помогут, дома тарелку борща нальют. Вот то, о чем говорят коллеги, вот, жесткость в отношении родителей, причем тех родителей, которые я родился в благополучной семье, в моей семье никогда не говорили, у меня все получили высшее образование, и даже я, несмотря на то, что заканчивая школу, начал употреблять, еще успел получить высшее образование, все равно, и это тоже заслуга их, какое-то время они меня тянули в этом вопросе, вот. И, знаете, цель у вас, наверное, появилась какая-то, другие приоритеты, которые... Нет, кстати, это одна из серьезных проблем, отсутствие цели и отсутствие авторитетов в жизни. Мотивация. Поколение, которое растет, отсутствие, которое приводит к такой жизни, к желанию получать удовольствие, к желанию легко проживать жизнь, которая потихоньку, выбор за выбором, круг за кругом, приводит к такому результату, который был у меня. Но то, что сделали в моей жизни родители, которые, я же знал их, они ради меня, они ездили там, решали все вопросы на перекладных автобусах, куда надо, я знал, как они меня любят, что они ради меня готовы сделать. И тут вдруг они так очень во многом ограничили меня, поставили определенные рамки мне. Это подталкивало меня, естественно, я больше стал совершать правонарушений, там еще где-то, я уже не мог быть поддерживаем. Понимаете, тут нужно разделить, что родители собираются поддерживать. Они собираются поддерживать и вкладывать в жизнь своего ребенка или поддерживать наркоманию. Если поддерживать наркоманию, это путь в никуда, это тупик. Но еще при этом хочу сказать, что знать, что хорошо и что плохо, вот мораль, ценности, это хорошо. И вот задавали, говорили о том, что есть хорошее государство, страны, в которых, в принципе, все благополучно, но не о тех благополучиях речь идет. Там действительно тоже ужасная наркомания, ужасная статистика по детской наркомании. Но мораль, распущенность там аж бьет за пределы. То есть статистика об этом говорит, и все-таки болезнь общества там в общем так присутствует. Дети растут в этой среде, и при изобилии материальных благ, духовных каких-то ценностей, их нет. Вы знаете, в моей жизни мои родители были авторитетом, и поэтому их мнение, их вот такая политика в отношении меня, она заставляла меня задуматься, но уже освободить и решить вопрос, лично у меня так было, с моей наркоманией им было тяжело. Не в состоянии. И вот я думаю, что одна из таких еще глобальных проблем – это сегодня такая общая бездуховность и вот отрицание Бога иногда в жизни людей как авторитета, как источника морали. Потому что вы сегодня на любую колонию приедете, там абсолютно все знают, что такое мораль, как правильно себя вести, но тем не менее полная колония людей. Спроси сегодня любого из этих детей, они знают, что врать нельзя, красть нельзя, употреблять нельзя с раннего утра, они знают, что их за это посадят, и все равно это делают. То есть знания... Кирилл, большое спасибо. У нас остается 14 минут, это просто вот уже под самый обрез. Поэтому я очень прошу, есть всем, что что сказать. Очень здорово, что сегодня у нас нет противостояния, есть конструктивный диалог. Я уверен, что это закончится реальными результатами. Одну фразу. Да, последнюю. Пожалуйста. И давайте буквально вот по 1,5-2 минуты максимум, чтобы мы побольше сказали и больше сделали. Слово. И вот около 15 лет назад примерно так сложилось, что моя дорога пересеклась с людьми, с служением христианской церкви, которая выполняла вот эту миссию, помощь наркозависимой молодежи. И вы знаете, впервые в жизни я в один день перестал
выпивать, курить, употреблять наркотики, причем я много лет до этого употреблял, в один день. И это не произошло под каким-то, знаете, гипнозом или еще чем-то. Вообще просто осознание того, что действительно Бог есть, для меня Божий Сын Христос стал реальной личностью. Перевернуло во мне мои ценности, мою жизнь, мою совесть. Я по-другому совсем стал делать. Я в этот день перестал еще многие вещи делать. Перестал, естественно, красть, перестал обманывать, что я делал задолго до того, как первый раз в жизни укололся. Я обманывал, я еще как-то жил. Вот правильно Александр Михайлович, да, говорил, что это к этому приводит. Наркоманами не становятся в тот день, когда укололись. Наркоманами становятся люди за много лет до этого. И это, с этим надо делать что-то. Кирилл, большое спасибо. На самом деле я понимаю, что любой из тех, кто столкнулся с этой трагедией, с этой болью, он может говорить бесконечно, и это действительно очень важно, это очень личное. Но хочется как можно больше успеть сделать. Пожалуйста, Сергей Александрович, Александр Михайлович. Так, я хотів би, продовжуючи тему нашої розмови, хотів би також і з юридичної точки зору сказати і, може, більше звернутися до батьків. Адже, як правило, в першу чергу ті особи, які дізнаються про дану проблему, це, звісно, батьки. І ми тут вже говорили, що намагання батьків, скажімо так, скрити цю проблему, вона призводить до негативних наслідків. Тому я хотів би зазначити, що відповідно до Закону України про захист персональних даних, наприклад, заклад охорони здоров'я, куди можна звернутися за допомогою разом з дитиною до того ж самого лікаря-нарколога, заклад охорони не має права повідомити навіть органам внутрішніх справ про повідомити персональні дані дітей чи їх батьків. Так само при зверненні людей до громадських організацій, які працюють у цьому напрямку, вони також відповідно до цього закону мають право не надавати таку інформацію. Це перше. Щодо витребування, можливо, хтось і гадає, що міліція там, можливо, десь може натиснути там на заклад охорони здоров'я. Насправді цього немає, і на сьогоднішній день, от я говорив про цифри, я називав цифру 20, так? Це саме тільки ті, які схильні до вживання наркотичних засобів. Є ще діти, які перебувають у лікаря-нарколога, які схильні до вживання алкогольних напоїв. На сьогоднішній день я не знаю жодного прізвища цих дітей, окрім тих, яких ми виявили. І за нашою допомогою вони вже потрапили до лікаря-нарколога. Тому я хочу звернутися до батьків. Не намагайтеся побороти цю проблему самостійно. Звертайтеся, будь ласка, до громадських організацій, звертайтеся до лікувальних закладів і не бійтеся витоку інформації до органів внутрішніх справ. Лише за кримінальним провадженням, якщо особу затримали за вчинення злочину, і йому повідомили про підозру вчинення цього злочину, тільки тоді органи внутрішніх справ мають право звернутися до лікувального закладу і встановити, чи перебував він на обліку, чи ні. Лише у цьому випадку за наявності кримінального провадження. Сергій Олександрович, я хочу зараз передати слово Олександру Михайловичу. І все ж таки дуже важливо, щоб ми почули представників організації «Кордон». Ні, спочатку, будь ласка, Олександр Михайлович. Знаете, я специально ездил, посещал различные места, где людей лечат от наркомании. Причем с этим справляются и различные организации, которые связаны с Богом, различных конфессий. И на Кимбургской косе я был в таком месте, где один человек берет где-то 15-18 детей, и за лето он их приводит в нормальное состояние.
за счет спорта, за счет того, жесткой дисциплины. Он бывший военный, спортсмен. И я понял одно, что успех его и тех организаций, которые этим занимаются, только в одном. Если они могут увлечь этих людей, если они могут заменить наркотики какой-то идеей, какими-то стремлениями. Поэтому, возвращаясь к школам, если бы вести на сегодняшний день должность методиста, ну, можно как угодно этого назвать, это человек, который будет отвечать, чтобы каждый ребенок был чем-то увлечен и подыскал ему увлечение. Неважно, не все могут быть спортсменами, но кто-то может танцевать, кто-то может рисовать. И если у ребенка есть увлечение, тогда вопрос наркотиков, алкоголя уходит на задний план. У ребенка другие стремления и другие желания возникают. Вот если мы все вместе, мы можем обвинять всех и ничего не делать. Но если каждый из нас, родители в семье, учителя в школе, правоохранительные органы у себя, разные там, священнослужители, либо конфессии, да, конфессии церковные свое будут вносить. Я считаю, что любые способы хороши, если есть результат. Если мы увлечем этих детей чем-то, если мы заменим наркомано-зависимым людям их стремление к наркотику на что-то другое, то они сами мечтают. Каждый наркоман реально мечтает о том, чтобы он перестал быть наркотиком, употреблять наркотики. Он встает с одной мыслью, где ему найти наркотик, и ложится с этой мыслью. И когда ему дают замену, замену в его психике, замену в его психологии, тогда у него жизнь совершенно другая. И вот человек, который говорил, я извиняюсь, закончу, человек, который говорил на эту тему, это ну, человек, который может многое рассказать на эту тему, он может многое дать. Поэтому, я думаю, общие усилия могут к чему-то привести. Уважаемые коллеги, я понимаю, что на самом деле вот, действительно хочется многое сказать, но, к сожалению, у нас осталось 6 минут до конца передачи. Я призываю вас быть максимально краткими. Хорошо. У меня просто вопросы к депутатам. Как бы у нас есть союз предпринимателей, да? Они всегда очень гордо отстаивают своих предпринимателей, но можно было с ними переговорить в плане того, что по продаже того, что продают малолетним, тоже можно было с ними встречаться и как бы заставлять их. То, что, допустим, продают спайсы, да, они знают, где их магазины, да. Пускай так же самое общество, союз предпринимателей тоже подключается. Должны все подключаться. Правильно, Александр Михайлович? Дело в том, что чтобы открыть сейчас торговую точку и продавать импортный товар, надо иметь сертификаты качества, сертификаты соответствия. И на этот продукт, о которых мы сейчас говорим, спайсы, нету таких сертификатов. И в априори их продавать нельзя. Я закрыл три точки таких. Я приходил не как депутат, я просто приходил как общественник. Ну вот если спрашивал, все поднимутся, да, я думаю, что это будет... Спрашивал документы, сертификаты, вызывал защиту прав потребителей. И так как они не могли предоставить ни одного документа на этот товар, мы эти точки закрывали. А вот, но, к сожалению, проходило время, и они открывались в другом месте. Но самое страшное, сейчас есть интернет. И мы закрываем точки, и я специально захожу в интернет посмотреть, что там делается. А там все эти спайсы продаются налево-направо. И поэтому правоохранительные органы тоже должны посадить человека, который прозвонит по всем этим предложениям. Если захочешь. Вот, да, выявит эти все предложения. И хотя бы, чтобы они боялись, у них же страха нет. Реально нету страха. Любой человек, вне зависимости возраста, позвонит по телефону и купит через интернет все, что он захочет. Буквально вот полминуты, да, пожалуйста. Я хочу буквально последнее, вот как бы последний такой штрих. Я хочу заострить внимание на трех вещах. Первое, что, наверное, знаково, что здесь нет представителей медицины, потому что, правда, это не медицинская проблема. Поэтому это, медицина – это не то место, куда стоит бить во все колокола. Это первое. Второе, вопрос ко всем присутствующим и ко всем, кто нас смотрит. А что вы сегодня лично сделали для того, чтобы не продали алкоголь и тютюновые вырубы школьникам?
Просто ходите и останавливайте, если вы это видите. Поверьте, вокруг меня ни один магазин не торгует. Чтобы звонили, сообщали и не да, боялись. Совершенно вот верно. И, во-первых, останавливали бы на место. Да, и третий вопрос. Пока с законодательной базой тяжело, регламентировать эти все продажи очень тяжело, есть интернет и так далее. Я хочу обратиться сейчас непосредственно к родителям. Дорогие мои, не обольщайтесь. У вас есть страшная иллюзия у большинства из вас, что если ваш ребенок не колется, то он не наркоман. Это не так. Спайсы, вот к нам, когда в центр приходят ребята, да, после спайсов, мы за голову хватаемся, потому что, ну, простите за дикую фразу, но лучше бы они героин старый употребляли. С теми хоть понятно, чего делать. После спайсов просто в дураков превращаются дети моментально. Поэтому не обольщайтесь. Если ваш ребенок курит, это хуже, чем если он колется. Кричите караул, звоните, будем думать, что с этим делать. Уважаемые вот зрители, вот уважаемая аудитория, у нас осталось 3 минуты. Я хочу вот буквально только номер телефона организации «Кордон» и слово Александру Ухмановскому. И полминутки, если можно. Пожалуйста, запишите номер 063-121-43-77. Еще раз повторите, пожалуйста. 063-121-43-77. Это общественная организация «Кордон», которая борется. У нас есть страничка в Фейсбуке, есть в ВКонтакте «Кордон Миколаева». Заходите, оставляйте комментарии, пишите, там есть телефоны, там есть контакты. Да, чтобы люди обращались, потому что есть многие люди, которые обращаются, боятся помочь в данной ситуации. Мы пытаемся как бы это пресечь, эту деятельность, но когда люди молчат и только говорят, то мы не можем помочь ничем. Самое главное, что их можно пресекать. А если сидеть дома и говорит, что вот там торгуют все, и никто не закрывает. И если ты не будешь делать, она, естественно, не закрывает. Каждый должен сделать какую-то лепту свою внести, чтобы стало чище в городе, должен каждый хоть малость, но принести. Вы правильно задавали вопрос, как делать, как обществу относиться. Если прийти, мы все находимся в резервуаре общества. И невозможно, проходя мимо, не реагировать друг на друга, потому что рано или поздно все равно это наше будущее общество. Это наши дети будут, скажем так, с этими подрастающими людьми жить в одном обществе. Нам всем, я всем хочу всех поблагодарить за то, что у всех такая вот позиция, все что-то делают. Прежде всего, всех хочу поблагодарить. Я надеюсь, что мы все когда-то встретимся и с одной целью будем двигаться вместе. И чем больше таких людей будет, я думаю, тем больше результатов мы в этом добьемся. Спасибо, Александр. Да, традиционно резюмирую. Боюсь, что мои слова не понравятся части публики. Как говорил мой учитель и эксперт моего агентства Алексей Васильев, это прекрасный, лучший, наверное, в Николаеве психоаналитик, что так же, как и туберкулез имеет психосоматическую проблему, так и наркозависимость – это проблема, которая идет не в медицину, а к психологу. Не к наркологу, а к психологу. Вы понимаете, бессмысленно абсолютно закрывать точки. Необходимо бороться с причинно-следственной связью, о которой говорил Игорь. Человеку, которого не надо. Вот мы поставим точку с героином вот здесь вот посредине, нам никто не придет в голову из нас купить, потому что у нас нет этих психологических проблем. Потому что, Кирилл говорил, почему столько профилактик, столько говорят, и ничего не меняется, потому что, господа, ничего не будет меняться, пока мы не поймем, что этим детям нужен психолог, психоаналитик и работа с ними и с родителями. Можно рассказывать сколько угодно, как они умрут, вы же знаете. Это абсолютно бессмысленно, когда есть проблемы психологического характера. Поэтому, когда, если вы не хотите, чтобы ваш ребенок стал наркоманом, алкоголиком и так далее, начните в первую очередь с себя. Во-вторых, сделайте ребенка не вашим котенком, который, да, конченый, и ты ничего не знаешь, а сделайте его партнером. Если вы видите проблемы, не идите в школу к наркологу, идите к психологу. Потому что необходимо, никто не становится алкоголиком, наркоманом просто так, потому что захотелось. Ему захотелось поколоться не просто ради удовольствия, у него есть проблема. Есть причина психологического характера. Почему это проблема и благополучной стороны бедных? Потому что не важно, что такое благополучная семья, где красный экран на столе? Нет, это там, где у ребенка нет психологических проблем. Он может жить в нищете, в халупе и быть в єдиній системі зі своїми батьками, він ніколи не стане наркоманом. Олександре, дякую. Це, як завжди, таке дуже контроверсійна думка, але вона, звичайно, має право на існування.
Я дуже радий, що сьогодні у нас не було протистояння у студії. Це дуже рідко так відбувається, адже справді є багато точок зору, кожна з яких певним чином, можливо, чи стикається, чи навпаки, є, так би мовити, справді ось контраргументом. Але головне, що ми усі усвідомлюємо, що це є проблема. Це проблема кожного з нас. І кожен з нас має з цим щось робити і робити кожного дня. Ми не даремно давали сьогодні телефони наших громадських організацій, організацій, які займаються допомогою наркоманам, допомогою батькам. Головне – не бути байдужими. Головне – розуміти, що якщо ця проблема не торкається особисто тебе, особисто твоєї дитини, вона торкається нашого майбутнього взагалі. Вона торкається нашого майбутнього покоління, нашого сьогодення. Це питання, яке ми маємо, повинні, не маємо права не вирішувати усім миром. Дякуємо за те, що були з нами. Будь ласка, кожного четверга о 19:30 на нашому каналі ви завжди можете бути не тільки глядачами, а й співучасниками найважливіших дискусій про те, що є для нас справді важливим. Дякую вам усім.